В Ростовской области президент провел совещание по развитию агропромышленного комплекса. В числе участников и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По подсчетам, с кубанских полей в этом году зерна убрали на 600 тысяч тонн больше. Валовый сбор почти 10 миллионов тонн. Сейчас краевые аграрии сеют озимые культуры и готовят почву под урожай следующего года.